надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось, свободным стану я. От зла и от добра моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой и о той любви земной, что... Кримстон здесь, брат. Германия, салют. Овы, брат, е. Моя черная пантера, не своди меня с ума. Ты же знаешь, что я сметил, идет кругом голова. Так хочу тебя увидеть, так хочу тебя обнять. Распалить огонь штакити, чтоб тобою кайфовать. Просыпаться рано утром, засыпать и не вставать. Понимать, что с тобой рядом, мне же есть что потерять. Крепко сжать тебя в руках и никуда не отпускать. Моя черная пантера, ты должна об этом знать. Спасибо, мой друг. Давай, братан, ее нормально сделаем. Мы делаем. Давайте сейчас. Красивый. Это Русь в человеке, и великие земли при нем. Русский мир — это имя вовеки. На себе выжигаем огнем и живем под огнем, как под Богом. И сквозь пламя идем на таран, только счет потеряли ожогом и числу затянувшихся ран. Русский мир — это вечное право быть великими здесь и сейчас. И горячая кровь сверхдержав. Вселенские беды, из планеты летим на пролом. Русский мир это... Юфо! Красивые песни, привет из Германии!
Как называют респект по-русски? Уважуха. Уважуха, уважуха, респект. И еще раз уважуха. Респект и уважуха. Респект и уважуха. Красивый. Мы увидимся, мой друг. Deutschland grüßt. Russland. Russischer Rap. Von der Krim. Ganja. UFO. Wir sehen uns, wir machen was zusammen. Yo. Дружба. Я начинал где-то в лет так 11. Er war 11 Jahre als er anfing. Я уже записал первую песню в 11 лет. Mit 11 Jahren hat er sein erstes Lied geschrieben. Вообще всего треков у меня где-то 700. 700? 700. Да. И получается, слушал, ну с чего начинал, мне привез отец кассету с Москвы, Нана. Нана. Er kennt den bei uns in Deutschland sehr bekannten Nana. Der Vater hat ihm Kassetten, damals waren noch Kassetten, auch wie bei uns Kassetten möglich. Nana-Kassetten hat er gehört. Ja? Это был. И потом, который групп тебя инспирит, твой инспирация. Дальше мы собирались на районе толпой. Ну и кидали фристайл. Да. Фристайл. А тоже американский рэпер, инспирацион. Американский. Бутэнг. Ну да, да, Бутэнг. Я слушал Бутэнг, и Оникса слушал, много кого слушал. Да, и как бы они давались, ну, помогали нам создать свой стиль. Да-да. Играть стилями. Они играют стилями. И получилось так, что мы собрались вот так вот, воедино этот стиль, и начали бомбить просто русский. Рэп. Красивый. Ну, сколько лет это сейчас? Сколько лет ты рэп? Сколько лет это? Ну, 18 это лет. 17 лет. 17 Jahre rappt jetzt schon. 17 Jahre, 28, so wie Killis Moore auch. Ja, wunderbar. Wir haben Sachen gehört, hören wir später auch noch. Er wird noch ein paar Sachen rappen jetzt im Studio. Ja, das ist spannend. Und durch Zufall kennengelernt über seine Mutter, die in dem Hotel, wo wir übernachtet haben, am Ribitzer Club arbeitet. Das war eine gute, schöne Überraschung. Народ победитель войны, и давно уже кружит планета. Порвите кремлевской стены. Русский мир — это вечное право. Быть великими здесь и сейчас. И горячая сверхдержавы никогда, никогда, никогда не закончится.